Уже стать налито, залили порядка там больше 10 тысяч кубов, осталось 2 тысячи кубов. То есть это осталась мелочевка, колонны, там мы видим и перекрытие. Приступили к кладке, 22 числа у нас приходят окна на объект, 23 уже приступаем к монтажу окон. На сегодня мы делаем вертикальные конструкции 3-го и 4-го уже этажа. Строительная готовность объекта составляет 33,9%. Ведутся работы по устройству инженерных сетей, это в техническом этаже, отопление, электрика, вентиляция. На сегодня уже ждем приход лифтов. К нам ближайшие 2 недели должны поступить фермы на перекрытие над спортивным и актовым залом. И, соответственно, будет произведен монтаж, и дальше приступим к кровельным работам над блоком В. Школу должны закончить до конца действующего, да, 24-го года. Мы видим с вами очень неплохую готовность. Причем эта готовность не только внешняя, что мы видим. Это и заканчиваются коммуникации. Конечно, закончены все работы по подвалу, по контуру. Из-за этого уверенность в том, что они закончат, есть не только у строителей, которые идут в графике, но и вот у меня после посещения данного объекта.